19:50 мне позвонил начальник районного отдела милиции города Сватово и сообщил о том, что в городе на складах артиллерийских начался пожар. Начались взрывы. Детонация снарядов. Я сразу дал команду начать эвакуацию жителей из ближайших домов и перекрыть город на въезд. Дальше началась эвакуация жителей. Сотрудники милиции начали совершать поквартирный обход жителей ближайших домов. И вместе собрали жителей и всех попрятали в подвал, а также там еще есть рядом бомбоубежище. Перекрыли город, выставили по городу патрули для того, чтобы не было паники, для того, чтобы не было мародерства в городе. Взяли под охрану объекты, которые можно будет разграбить. Сейчас сотрудниками милиции осуществляется патрулирование, тушатся пожары вместе с МЧС, там, где мы можем своими силами затушить пожары. Есть пожары в высотных домах, там подойти нельзя близко, потому что еще детонируют снаряды. Есть опасность того, что могут погибнуть сотрудники милиции и сотрудники МЧС. Создан оперативный штаб по локализации катастрофы, которая сейчас происходит. Отключен газ, потому что осколками и снарядами перебило газовую систему. Из-за этого начали вспыхивать пожары. Также мы составляем схему, где получаем информацию о неразорвавшихся снарядах для того, чтобы могли работать саперы. Предварительная версия: сработала сигнальная ракета, которую обычно ставят для того, чтобы видеть момент подхода диверсионных групп. И якобы эта сигнальная ракета, их две сработала, одну успели затушить, а вторая упала прямо на снаряды и начался пожар. Это как предварительная версия. Дальше будет следствие и потом будет выясняться правда. В данный момент задействовано 267 сотрудников. Плюс 60 сотрудников райотдела и приданных сил, плюс еще 60-70 сотрудников ГАИ. То есть этих сил нам достаточно для того, чтобы выполнить все функции, которые касаются милиции. Это получается, что 2 раза 40 человек. Криминаль уже ждет нас. Криминаль ждет нас. Полиция в госпитале находится, то, что смогли. Туши мы не пустим. Мы сейчас занимаемся эвакуацией людей с этого данного квартала и по городу, бомбоубежище, и какую необходимую помощь, и делаем охрану общественного порядка, чтобы не было мародерства.
Киевстар пока работает. Да. Поэтому вот такая... Родственники забирать. Забирайте, конечно. А если могут, утром, да? Все горит. Я до дома. Нет, оно ж не, ничего не забирает. Если надо отвезти, то везет. Комитета. А вокзал? Я не рекомендовал вам ехать. У дома пустые, вообще никого нет. Что, поймешь? Сидели в подвале, потом стихло чуть-чуточку, потом мы начали уже, пішли в дом, в домі окон немає. От. Син приїхав з міліції, працює тут, забрав, сказав в відділ, тому що бомбоубіжище.